Ну, буллиты, есть буллиты. Это лотерея. Чуть-чуть, может, не хватило. По ходу основного времени встречи медведи сегодня решили совершать очередной подвиг. Проигрывали, потом в итоге догнали соперника. Старались, бились. Много моментов еще было, не забили. Хорошо, что хоть сравняли. Получили голы в контратаках. И моя вина тоже есть в первом голе. Ну, игра есть игра, и еще 4 матча впереди. Надо доказывать, что готовы завтра выйти, дать бой. Ну, эмоциональный очень матч. Был даже не матч, можно сказать, а битва. Вот. Ну, в напряжении, по-моему, все были из стадиона, мы обе команды. Как думаете, с чем связано такое начало матча со стороны Сарматов? Удаление на первой минуте, потом вскоре еще одно удаление и серьезное преимущество медведей, в принципе, по игре. Ну, это судья, я не знаю, я лично не видел там удалений. Ну, играем жестко. Это плей-офф. Вели 3-1, но не сумели довести дело до победы в основное время встречи. В чем основные причины, как вам кажется? Ну, это к своей ошибке, я думаю, где-то. Ну, ты говорю, это эмоциональная игра очень. И тут любая ошибка может привести к голу. Ну, удержали преимущество. Перед тем, как Тимур Фаткулин сравнял счет, у вас там хороший момент был, и, в принципе, могли хитрик сегодня оформить, согласны? Да, согласен, был момент такой. Ну, не повезло. Что скажете по овертайму? Команды в первую очередь старались надежнее сыграть в обороне и вообще не думали об атаке, потому что как таковых-то моментов там сильно много не было. Ну, конечно, тут играют до первой ошибки. Ошибаться вообще нельзя. Только ты ошибешься, тебе сразу забит гол. Так что надо играть строго от обороны. С ребятами как-то перед началом плей-офф обсуждали тот момент, что для Сарматов Кузнецкий Медведи такой удобный соперник, если исходить из статистики матчей. Ну, я не думаю, что удобный соперник. Все соперники одинаковые. Я думаю, плей-офф это все соперники равные, все команды сильные, как бы даже не было такого, на кого хотим выйти, на кого не хотим, просто надо было подниматься выше. Интересный факт из вашей хоккейной биографии. В 2012 году в составе «Металлурга» играли на первенстве России «Металлурга» Новокузнецкого, правильно? Да, играл. На финалах России играл. Вот. Ну, многих ребят там знаю. Играл вот с Кириллом Капризовым в команде. Сейчас вот он в КХЛ уже выступает. Вот. Как вам Капризов на тот момент? Сильно выделялся? Ну, да, у него всегда были лидерские качества. Ну, как бы, я не знаю, что сказать. Молодец. Завтра второй матч. Как будете восстанавливаться и как думаете, какой стоит болельщикам ждать хоккей? Ну, будет снова битва, сражение. Это война у нас до трех побед. Так что будем все сражаться.